Буквально в круглосуточном режиме работают элеваторы Костанайской области, и связано это с высокой влажностью пшеницы. Для того, чтобы отправить ее на хранение, требуется несколько этапов сушки. Зерно низкого качества продолжает пребывать. В регионе разгар уборочной кампании. Обмолочено более 2 миллионов гектаров. Это половина хлебных полей. Основной объем зерна идет 5-м классом. Все подробности у нашего корреспондента в регионе Натальи Строковой. Ежедневно на этом элеваторе принимают 1500 тонн зерна. Это примерно 50 КАМАЗов. Но отправить пшеницу на хранение сразу здесь не могут. 80% зерна требует трехэтапной сушки. Оценивают качество хлеба в лаборатории элеватора. Смотрят на несколько показателей. В этом году антирекорд бьют сорность и влажность. Были дожди, зерно проросло практически на корню. И в основном приходит зерно 5-го класса. С большой влажностью. 80% урожая где-то 5-м классом заходит. И небольшая часть идет 4-м. И 3-го класса в этом году очень мало. Сушат пшеницу на элеваторах круглосуточно. В норму приводит показатель влажности. При приемке он бывает выше 20%. Очень большая нагрузка, потому что невозможно просушить за один этап. Получается, мы сушим с 20 до 17, 17 до 14, 14 до 12. Потому что ту пшеницу, которая проросла, надо именно шоковым методом сушки остановить процесс прорастания. 3-й, 4-й класс мы сохраним для дальнейшего использования и переработки в муку, а 5-й класс мы просто оказываем услуги крестьянам, дабы чтобы они просушили и смогли хотя бы сохранить то, что у них есть. В режиме нон-стоп в регионе работают 37 хлебоприемных пунктов и больше 300 зерносушилок в хозяйствах. Для всех выделено 11 тонн льготного дизельного топлива. Для сушки урожая по цене не превышающей 250 тенге за литр. Сейчас идет активное принятие заявок. После этого будут рассмотрения и одобрение сельхозтоваропроизводителям, которые сформировали свои бюджетные заявки на получение льготного ГСМ. Из-за обильных дождей в конце лета сдвинулись сроки уборочной кампании. Она продолжается до сих пор. Обмолочена лишь половина хлебных полей. Средняя урожайность чуть больше 9 центнеров с гектара. Повышение качества пшеницы в профильном ведомстве не прогнозируют. И даже напротив, ожидают поступления больших объемов внеклассного зерна после ухудшения погоды. Наталья Строкова, Сергей Трахтенберг, Костанайская область, Хабаровск.